У нас 9 человек приехали купаться. Не изменяя традиции, в воскресенье окунаемся в купель. Вода плюс 6 градусов. О! В здоровом теле здоровый дух! Фу! О, водички побольше стало! Поехал, давай! Нижний с головой, Лёв! Вот хорошо! Молодец. Головой. Ты первый раз купаешься? Да, первый. В жизни? В жизни. Молодец. Ты же мужчина. Ты мужчина, Марк? Да. Отлично. До конца. До конца. До конца. До конца. Я тебя прямой эфир веду, но тебя уже смотрят 520 человек. Давай до конца, до конца, до конца, до конца. Дальше еще спустись, еще спускайся, еще спускайся. И резко с головой, поехал. Я тебя сам сейчас выну. Поехал, поехал, с головой. Вот, еще с головой, с головой. Еще с головой, еще один раз, еще один раз. Как я мальчишку, я. Молодец. Все, не надо, все, успокойся. Ярик, покажи класс. Да? Тихо, спокойно, мужчина взял, развернулся. Ярик, покажи. Давай, ты же. Нормально, ну что ты нервничаешь? Давай, быстро. Давай, раз, два, три. С головой! С головой! Вот, раз! Еще два раза! Да. Ну ладно, хотя бы раз. Хотя бы раз. О, молодец, молодец. Ярик, посмотри сюда. Ярик, единоборство или купель? Что ты выберешь? Отлично! Единоборство, купель или компьютерные игры? Что ты выберешь? Ярик. Купель, да? Еще раз. Молодец, давай, иди. Окунулись все. Окунулись. Че, Марк, как? О, я тоже чай взял. Каждое воскресенье, напоминаю, мы выезжаем в купели. Жду всех членов клуба Ярополк, спортсменов, родителей. Спортсменов всех групп, а также желающих красногорцев. Большой автобус нас, запись идет с четверга.